На 10-й станции у нас расположен арендатор ООО «Форекстин». Перед началом курортного сезона было принято решение освободить территорию для обзора с велопешеходной эстакады. В этой связи арендатору было предложено переместить свою конструкцию кафе, которая у него расположена на арендованной территории пляжа, вглубь, ближе к подпорной стенке под эстакаду, которая не будет мешать обзору жителей и гостей города для внешнего осмотра акватории пляжа и самого пляжа в том числе. Это кафе было размещено еще в 2008 году. На то время по документам согласования райадминистрации, коммунального предприятия, управления жилищной защиты, то есть, которое давало возможность этого размещения сезонного объекта. Так как оно было размещено, скажем так, чуть-чуть с нарушением ближе к воде, то сегодня принято решение его сместить, чтобы увеличить площадь обзора, дать возможность отдыха людей больше на песчаной зоне и, соответственно, убрать его с того места, где оно сегодня стоит. То есть происходит просто смещение в тыловую часть пляжа.